же Майнкрафт? Кто же Майнкрафт, а? Кто лучше Майнкрафт, а? Кто лучше Майнкрафт, а? Кто же является лучшим майнкрафтером за последние 1000 лет? Люди уже на протяжении 10 веков не могут это выяснить. Поэтому сегодня мы с вами это выясним в этой серии. А если вам нравится эта рубрика, то ставьте огромнейший палец вверх прямо сейчас на эту серию. И если наберем хотя бы 20 тысяч лайков, то мы все же выясним, кто же лучший майнкрафтер на этой планете? Может, я? А может, ты? А может, сын подруги твоей мамы? Не знаю. Ставь лайк, и мы выясним. Погнали. Так, пацаны. Начинаем с вами эту шарманку, посмотрим, кто же лучший ютубер в этой серии. И майнкрафтер, и блогер, и влогер, и кто еще существует? Ведущий. Ладно, для тебя просто Игорь. Хорошо. Так уже было. Кто ты без статуса майнкрафтера, а, Игорь? Филантроп, миллионер и просто красавчик. Блокшторм, пацаны! Блокшторм, это изи. Это изи? Пацаны, приходите ко мне в гости. Здорово, Игорь, здорово! Опа! Игорь! Жалко, вытащил это сейчас, мы в бункере, Игорь! Что нам делать? Я не хочу умирать. Я с тобой тут не останусь, Игорь. Пацаны, я в соседнем домике. Не надо, Игорь, пожалуйста, нет. Фига у вас тут уже, конечно, накакало. А, у нас тут Эдисон со мной в одном помещении остался. Ой, это опасно. Игорь, get inside. Да по-любому get inside. Просто вангую. Как? Изи. Это реально изи было. А чё дальше? А вы где? Игорь, давай на него нападём. Сталкивай его, сталкивай! Так интересно. Просто самое интересное. Вот так вот все бьют Джека. Кемграунд, пацаны, кемграунд. Йод, значит, любит, правильно? Смотри, get inside. Get inside. Это не дом, это дерево, дебил. Он Маугли. Для меня это дом. И что теперь? Ой, господи. Зомби инвазион. Ну давайте не драться, ребят. Давайте. И дерется. Посмотрите на него. Реально, хватит. Давай. Ну вы дебилы, честно. Так не убьют тебя, никто тебя не убьет, Джек, успокойся. Они почти дверь сломали, вот что я хочу вам сказать. По интеллекту ты, в принципе, похож на зомби. Они посчитают тебя за своего. Смысле, ёпты! У нас большие проблемы, как они на дерево залезли? Хорошо, нормально. Эдисон номер первым. Отлично. Это было что-то прям очень странное, честно скажу. Он прям ты пяхнулся ко мне на дерево. Ну зомби апокалипсис, понимаешь? Зомби апокалипсис. Просто приманивал, понял? Я сидел внизу дерева и приманивал. Amusement park! Так, я на печку давай, если что. Я не сомневаюсь. На печку или на печку? Кто у нас тут на писюны каждый день залазит? Оставь это видео, пусть знают своего героя в лицо. Тандершторм, пацаны, тандершторм! Шутнички тут нашлись. Мне кажется, и так уже все знают. Кто нашлись? Шутнички нашлись. Прикинь, что нам сказал? Что мы шутнички с тобой, Игорь. Шутнички. Прям Петросяны. Прям шутнички. Ну хотя бы по писюнам не лазим с тобой, Игорь, зато мы шутнички. Понимаешь? Шутнички. А чё Жеку не бьют? А, не, блин. Прям в ту же секунду, как я сказал!
Два раза молния ударила по мне, не бьют меня. Не бьют. Игорь, ты что там делаешь? Тандершторм вообще-то, а ты там развлекаешься. Да. 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 Я умею отдыхать. Кровь жизни все одится. Так эпично. Что-то притушило. Бери, бери от жизни все, Игорь, бери. Что-то не повезло тебе, Игорь. Я как бы себе её забрал. Взял, да. Тандершторм. Я просто, понимаете, я настолько молниеносный, что притягиваю все молнии к себе. Скорострельный прям, да, такой скорострельный, молниеносный. Не в этом смысле. Ну да. Это чемпион скорострела, у нас тут немного другой парень, так не надо. Так, Игорь, а ну... Да вы что делаете? Опа, вот сейчас это было опасно, я здесь такой прям вообще вот... Прям такой вообще. Прям такой вообще. Да вы дебилы, отстаньте от меня! Да ло, ну хватит! Эдисон, мы опять остались с тобой вдвоём. Нет. Не надо, пожалуйста! Пощади! Пощади! Я пошёл искать Жеку. Жека! Жек, пощади, пощади. Жека! Что происходит? Привет! 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 Ты где? Привет! Дурак, ты где? Привет! А, вон он, то я думал, мне. Игорь, спаси меня, меня тут хотели изнасиловать, а я стоял, молчал. Привет! Яр, привет! Яр, привет! Привет, Яр, Яр, привет! Яр, привет! Яр, Яр, привет! Привет, Яр, привет, Игорь! Да не туда си. Ага, пытался начнем. Дебилы! А все, слава богу, закончилось. Ой. Так как и было. Это сколько у вас коинцев? У меня 8. Конечно. Мне 12. 8 плюс 12, 24,5. Пацаны, я пошел. Мама математик. Я пошел смотреть мультики. Что, какой видос у нас будет в этой серии? Сейчас я посмотрю на черном экране. Так, подождите, бомба, ёханый бабай. Так, видос был, сейчас бомба будет, смотрите, нажимайте на подсказку, пока бомба не взорвалась. Вот смотрите, прикольный видос, кстати. Ой-ой. Ой-ой-ой, сейчас бомба взорвёт, смотрите, всё. Охренеть. Игорь умер. Ой-ой. Игорь ухрень. Игорь ухрень, как обычно. Замопись бич! Ещё не было бича в этой серии. Не, Игорь, не было бича в этой серии. Бич судьбы. Нормально. Закроты Варкрафта и прочего вот этого всего. Говна своего. Пау! Вау-вау-вау! Вау-вау-вау! Опять-опять минус! Опять минус Игорь, минус Игорь! Понимаете, я делаю контент. Контент-мейкер, да? Да. Что да-да-да, мы знаем, что у тебя 10 коинов, что ты выпендриваешься. Да-да-да, говорит. У меня вообще 39 уже, если шо. Нифига. Это как? А вот я сам не знаю, но как-то получилось. Get inside, пацаны, реально сейчас get inside. Что-то мне плохо. Что-то тебе плохо. Тандершторм! Тандершторм! Жек. Просто не двигайся, не двигайтесь, я все выиграю. Хорошо, просто стоять на месте, да? Я так и делаю всегда. Вот я стою. А что у меня горит дома, хотя тут даже не... Нет, там шандарахнула молния. Да. На этой карте всегда мне не везет, я всегда тут умираю от молнии. Что такое? Игорь, он горит! Ну зашибись, я умер. По мне еще ни разу не смыло, просто потерялся. Круто. Крутой трюк. Не круто. Круто. А мы до скольки играем коин? А, мы играем до 15. А кого сколько? У меня 19. Ты заколебал, давай по-честному, ну что это такое вообще? По чесноку, да? По чесноку. По чесноку, так по чесноку. 18 по-моему.
Здорово, ёпта. Нет! 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 Ебой, ебой! Ебой в комментариях! Ебой в чате! Ебой, ебой! В чате. Меня вы понимаешь, меня убил Эдисон. Я вообще ничего не делал. Ты меня скинул. Я даже тебя не тронул. Я тебе руку дал. Ебой в чате! Ебой! 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 Get inside, смотрите, get inside. Да в смысле нет? Успел. Ты не умер? Нет. Ну я угадал, что get inside. Get inside, пацаны, get inside! Get inside, Игорь! Игорь, го поплаваем. Давай поплаваем. Шоу, шоу. Это не твой. Когда колобок катится, он не пачкается? Глаза не пачкаются у него? Нет, ты уже рассказывал, Игорь, такой. А русалка на шпагат садится. Ты тоже рассказывал. Давай что-то новенькое. Вот мне понравилось. Это тоже плохое. Мне понравилось. Слышишь, Игорь? Ой, господи. Мне про друга твоего понравилось. Этот Буратино утонул. Воу-воу-воу-воу, аккуратней! Что за взрывы? Что лагает? Что лагает? Про друга моего, то что свитер быстро одевал, да? Какой друг? Чё ты чё? Типа, когда у меня друг быстро свитер одевал, умер, короче. Ну, типа, током. Ну, там это, да, поймать. Ну, да. Не тупые. Был у меня друг, хер нет. Ой. У меня большие проблемы. Собака! Собака! Think about it, man! А что ты не нажимаешь баллы? Потому что я матерюсь на тебя, что ты собака. Так, Эдисон, у тебя ж 15 там. Мне 16, слушай. Так а что ты, куда ты пошел? Куда ты? А вот так. Ебой в чате, пацаны, ебой. Ебой. Господи, опять это зомби-инвазия. Тихо. Ебел! Пацаны, где? Хи-хи-ха-ха. Я спрятался. Я тут нормально. Да подойди, падай. Стоять. Два драчуна. Да, смотри, он дерется, мать вашу, давай. Хорошо! В смысле, я не хорошо! Знаю, хорошо! Это мужские разборки! Акт двое на одного нечестно! Жизнь вообще несправедливая штука, привыкает. Добился. Мужские разборки, а ты-то при чем, Жек? Дебил! Вот и умираешь. О, нет. Изи, 15 коинов. Зомби побежал один, но он какой-то медленный, а за мной побежал быстро. Изи. Сколько коинов у вас, пацаны? 15. У Жеки 14. У меня 18. У Жеки 14. У меня 15 коинов. У Жеки 14,5. Да, Жека? Да, ну что ты врешь? Клянись мамой. Мамой клянусь, ты говорю 15 коинов. Отвечаю. А у тебя, Игорь, сколько? Отвечаю. 13 коинов. Все понятно. Ебой в чате, пацаны, ебой в чате. Спасибо, ребят, всем за просмотр. Вы знаете, что нужно делать, если хотите продолжение лучшего Майнкрафтера. Если наберем 20 тысяч лайков на этой серии, обещаю, то, что сразу же выйдет продолжение. Поэтому ставьте лайкусик прямо сейчас, подписывайтесь на канал, что самое главное. Кто не подпишется, тот кто, Игорь? Дудулька. Поэтому подписывайся прямо сейчас. Главное, подпишись. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока. Покаки, так сказать, покаки. Согласен.